Многие жители жалуются, что за коммунальные услуги стали платить больше. Андрей Алексеенко подтвердил, что со второго полугодия 2015-го на Кубани некоторые тарифы действительно выросли. Так, например, цена за холодную воду поднялась на 11%, за электричество на 9,5%, а за теплоснабжение примерно на 5,5%. При этом, как отметил вице-губернатор, случаев завышения тарифов в крае пока не зафиксировано. Однако нередко случается, что в квитанции неправильно начислены объемы потребления. Что делать человеку, гражданину, просто нашему жителю любому, если он считает, что он считает завышенный тариф? Что ему делать в конкретной ситуации? Получил квитанцию, увидел, не согласился. Существует горячая линия, это по госжилинспекции. Это вот то, что касается конкретного платежа гражданина. То есть можно туда обратиться, направить копию квитанции и оставить свою заявку, свое обращение, и в результате госжилинспекция разберется и даст квалифицированный ответ гражданину. Нарушено либо не нарушено его права и действительно правомерно или неправомерно начислено этот платеж. Здесь две составляющие. Во-первых, чтобы эта горячая линия работала и неформально принимала, как я говорю, а по существу, и разбиралась в конкретной жалобе конкретного человека. А второй момент, чтобы даже если отвечали, не отписку присылали, а люди понимали, что они отвечают. Подчас под копирку всем ответы одинаковые пишут, и люди только когда смотрят, что ответ, в принципе, у всех одинаков, только фамилия, имя, отчество меняется. Люди должны быть уверены в том, что они платят столько, сколько должны платить, и ни копейки уж. Вот это задача сегодня, которая должна быть в приоритете.